Вадим. Я принимал участие в информационной безопасности. Был в Питере на зимней школе. В итоге стал призером. Вот, и получил стажировку, которую вот уже жду. Мы подавали анкету в мае месяце. Нас пригласили в июне на очное собеседование. Но дело в том, что билетов со Владивостока не было. И для региона вроде бы как согласовали с отделом, что будет скайп-собеседование. У нас чуть-чуть сдвинулось, но, блин, все равно это будет, и мы ждем, и мы в предвкушении, что у нас будет стажировка, вот, это карьерный рост. Это очень круто. Ну и плюс еще в Питере я познакомился с ребятами, с единомышленниками. Вот. У тебя это возможность, да. И, наверное, ну, как ты сказал, что в твоем регионе просто так этого бы не случилось. Да, естественно. Для тебя Олимпиада работает? Да. Спасибо тебе большое. И вам спасибо.